тебе не повышали, кстати. Ай, блядь. Всем привет, дорогие друзья. С вами, как всегда, я, ваш бесменный ведущий, Артём Мастете Корягин. Сегодня у нас в гостях Денис Дека. Кринж. И Алексей Никельбека. Алло. Ребята пожаловали к нам в гости на рубрику «Шоковый квиз». Скажу немного правил. Я буду задавать вам вопросы из различных категорий. У вас будет 30 секунд, чтобы на них ответить. У нас вот есть замечательные песочные часы, чтобы это отслеживать. Вам достаточно нажать на кнопку и ответить первым. Если вы отвечаете правильно, то, соответственно, я ударяю волшебным пультом вашего соперника. Если вы отвечаете неправильно, то я ударяю вас. За правильный ответ вы получаете 1 балл, за неправильный ничего не получаете. Если же так получается, что я задаю вопрос и 30 секунд, и никто не отвечает, я делаю любимое комбо. Бью дважды. Все понятно? Да. Понятно? Ну что, приступим? Первый вопрос. Назовите столицу Турции. Анкара. Он прав. Да ёпта, мать. 1 балл. Поздравляю. Сколько всего океанов? Три, алло. Я первый, кстати, сказал. Он первый. Я даже не успел это. 5. На самом деле 4, но да. 5 тоже верно. Потому что недавно открыли 5. Хоба! Интересный факт. Долгое время ученые выделяли всего 4 океана – Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Однако в 2021 году Национальное географическое общество окончательно утвердило Южный Ледовитый в качестве 5-го океана. Не бьет, ударь же. Ой! Кто выиграл последний чемпионат мира по футболу? Так у него не сказал, нет? Сказал. Сказал. Так, короче, можно сразу ждать, да? А, давай, дружище. Чего? Все, сказал Франция. Франция? По футболу? Да. Франция же выиграла. Ага. К бабке не ходи. Че? Кто выиграл? Да бей! Он ударил. А че ты? Я не ударил. Я стерпел. Реально? А кто выиграл-то? Месси, Аргентина. Кромесян. Я говорю, бьет же. Да что, реально бьет? И я вообще... привык уже. Да не может такого быть, как это можно привыкнуть? Не знаю. Меня 3 раза уебал за минуту. А, блядь, да ты чего? Ну, все. Так ему штрафной дал. Ну, он актер. Нет, я правильно ответил. Ага, давай. Мне штрафной дал. Ладно. 4-й вопрос. В какой стране находится самое высокое здание в Европе? Да, все. А, в Европе? Да. Время еще есть. Так уж и быть. Ну, Бурж Калифа же не Европа, да? Это Дубай. Ладно, все места. Ой, не знаю. Я вообще без понятия. Бля, где может быть? Подожди, где может быть? Самое высокое здание в Европе. Время тает. Я не знаю вообще. Я отвык. Пусть будет Россия плохо, я не знаю. Он прав. Реально? Да, это Питер. Лахта-центр. Охуеть. И снова интересный факт. Помимо исполина из Санкт-Петербурга, в топ-30 самых высоких зданий Европы входит еще 18 небоскребов России, из которых 5 заняли верхние строчки. Какое животное считается самым большим по земле? Ну, во-первых. Да, хуя, что ли? Какое? Кит. Ну это слово на 3, он не... Я не знаю, да он уже привык. Тебе столько больно? Да, ну как-то неприятно, я не знаю. Я уже привык. Да-да, синий кит — это не какая-нибудь рыбешка, а самое настоящее млекопитающее, то есть животное, способное кормить потомство молоком. Длина же взрослой особи может достигать свыше 30 метров, а вес — около 200 тонн. Этот тайтл изначально был игрой для Game Boy, а уже после появилось популярное аниме. Время. Ладно, я, может, на шару вкину? Кринж. Соник. Все, у меня сейчас походу. Ты проиграл. Ну. Ко мне все равно ударит песня. А это уже слышишь? Пусть будет Наруто, я не знаю. А что за ответ? Покемон. А, ну, кстати, логично. Это что же аниме? Вы как можете забыть? Бам! Интересный факт. В 97 году сериал стартовал всего со 151 покемоном, а уже в 2023 году их число перевалило за 1000. Это полнометражное аниме стало самым кассовым, собрав 507 миллионов долларов. Время. Полнометражное? Да. Я, кстати, знаю. Я название вспомнил. Алло. Унесённый призраками. Да.
Это этот домик с бабкой старый. Это оно? Нет. Нет? Блять. Ай. А что еще может лучше? Ну это Миядзаки 100%, ну. А, ща, подожди. Время идет. Я забыл, ладно. Кринж. Твое имя. Не, точно, точно, не 100%. В кинотеатре это не новое, не-не-не. Какой? Истребитель демонов, поезд бесконечный. Все, давай, я даже не знаю. Интересный факт. Ребята не без основания вспомнили оскароносную работу Миядзаки «Унесенные призраками». Долгое время именно это аниме удерживало лидирующую кассу в 275 миллионов долларов. Однако в 2020 году вышел полный метр «Истребителя демонов» и удвоил кассовый рекорд, собрав 507 миллионов долларов. Следующий вопрос очень важный. Приготовьтесь. Круто. Закидывай песочные часы. Сейчас. Из какого аниме знаменитое выражение мем «Овер 9000»? Время? Я знаю. Блять, я этот мем знаю, но я не знаю откуда. Я не знаю, пусть будет Наруто. Алло. Наруто. Я не знаю, я не могу вообще никаких. Да нет, это вообще не Наруто. Мы тебе не повышали. It's over 9000! Если он правильно ответит? Я вообще без понятия. Тебя бить будут, назови любого. Ну бей. Ты не можешь называть? Да я не знаю вообще. Я уверен, что я даже не... Только не говори, что это One Punch Man, блять. Да это не One Punch Man. Что это? Dragon Ball Z. А, давай, конечно. Отдыхай с таким вопросом. Джим, интересный факт. Главный герой Гоку основан на китайском божестве короля обезьян. Как и у короля обезьян, у него есть летающее облако и расширяющийся магический посох. А Сон Гоку, если читать китайские иероглифы по-японски, буквально означает король обезьян. Следующие вопросы будут легкие для вас. Не знаю, как для наших зрителей. Следующие вопросы с категории CSGO. Первая команда... Выигравшая Интер Гранд Слэм. А чё вопрос какой? Первая команда чё? Астралис. Выигравшая Интер Гранд Слэм. Астралис. А чё, мне надо было ещё до вопроса что-ли хуйнуть? Нет, вы начал... должны, послушайте, ребят, вы должны дослушать как? Мой вопрос. Это так нереально, вот я тоже пытался так сделать, он первый меня нажал. Но мы оба не дослушали, да. Не, я думаю... Ну, если напряг, то учтите, что я тогда останавливаю вопрос и не договорю до конца. Круто. Да, вот так нормально, давай так. Да, супер. В какой открытой квалификации команда One Win прошла на РМР? С какой квалификации ты имеешь в виду, с первой по четвертой или... А именно? Мы не играли вообще квалификации. Это вы прошли, блядь. Время идет. Есть закрытый клаун РМР. Нет, там нет. Да, но он же говорит... Открытый, он сказал. Он говорит... Тихо. Блядь, короче. Какой вы прошли? С третьей. А что нужно, скажи, с первой по четвертой? Все, зачитал вопрос, не все, давай, отвечай. Отвечай. Нет. Какой открытый он сказал? На РМР в Мальте. А, с четвертой, кстати. Бомжи. Ай! Какие бомжи, господи. Мы, кстати, первые три 16-14 проиграли. Да. Нет, на допах. А, третья одно. Была на допах 19-0. Сейчас вопрос на засыпку. За кого сыграл свой последний матч в карьере на ХЛТВ игрок под ником... Маус ТТ. За кого сыграл? За One Win. Ты за назнаменный сей играл. Он был прав. А, это когда ты, кстати, треху сделал, помнишь? Какой треху? Ну, не важно. Итак, по результатам сегодняшнего квиза победил... Никто, победила дружба. 4-4. Спасибо, ребят, что приняли участие. Спасибо вам. За то, что посмотрели. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь и не пропускайте новых видосов. Всем пока-пока!